Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас 12 апреля, День космонавтики. Поздравляю вас всех с этим замечательным днем. И как сказал Юрий Гагарин, поехали! Ну а вчера, 11 апреля, была 77-я годовщина освобождения города-героя Керчи от немецко-фашистских захватчиков. И всех вас поздравляю с этой знаменательной датой. Конечно, дата такая и грустная, и печальная, и радостная. Ну а мы с вами приступаем к непосредственной теме ролика. Это вот у нас непосредственно перед выездом из города Героя Керчи в сторону села Юркино. Вот видим мы с вами паспорт объекта, что начали тянуть водовод до поселка Аджимушка. И вот такое тоже знаковое событие. Будет вода в Аджимушкае, ПНД-труба, но вот здесь все данные, кто строит, как строит и какие сроки. Вот, ну, я так посмотрел, рулетки с собой не было, это 200-ка, по-моему. Вдоль Аджимушкайского шоссе идет, потом вдоль улицы Коммунаров, как видно на схеме. Ну, а дальше уже там разводка будет непосредственно по домам. Такое знаковое событие для такого легендарного поселка Аджимушкай. Здесь находятся аджимушкайские каменоломни. И посмотрите, уже вот здесь труба уложена, уже закопали ее даже. Так что, вот, пока я отсутствовал, здесь вот посмотрите, сколько уже работы было сделано. Ну а цель нашего визита в село Юркино – посмотреть дорогу, которую строили. Несколько месяцев назад сдали ее, и как выглядит дорога, есть ли на ней ямы или нет. Вот мы сейчас прокатимся по ней и оценим. Ну а пока вот вы посмотрели на водовод. Двигаемся мы с вами по Аджимушкайскому шоссе, которое плавно переходит в улицу Коммунаров. Это центральная улица поселка. Здесь полностью фрезеровали старый асфальт, снимали, убирали, вернее, бордюрный камень, ставили новый, потом все это выравнивающим слоем делали, и сверху уже финишный. Затем разметка, как вы видите, вот лежачие полицейские даже здесь есть. И вот такая дорожка здесь получилась. Пока вот проехал, вообще ни одного замечания. Дорога ровная, великолепная. Ну вот фирма ВАТ это все делала. Как раз повезло очень, конец года, вот именно в Керчи в самой много улиц отремонтировала. Ну и две дороги, в поселок Героевское и в село Юркино. Выехал я из Аджимушкая, и пошел дождь. Вот в этом году весна такая затяжная, холодная и дождливая, что есть хорошо. Дождливая само по себе хорошо, понятно. Ну а холодненькая — это вот такая благоприятная погода для схода травы. Вот посмотрите, наверное, обратили внимание, когда ехали, такие зеленые поля здесь, ковры из зелени. Много коров, кстати, вдоль дороги, когда ехал из Севастополя. Вчера приехал и вот сразу поехал посмотреть. Ну а дождь сопровождал меня прям до самого Юркино. Юркино — любимое место отдыха керчан. Заход в воду там такой комфортный, плавненький. Ну, единственный минус для кого-то, ну а для кого-то плюс. Идешь метров 50-60, а там все по колено. Ну, опять же, вот для детей это, так, для маленьких детей это хорошо. Песочек, заход в воду тоже песчаный. Так что и недалеко, там 15-16 километров до Керчи. Тем более сейчас вот по такой великолепной дороге проезжаешь на одном дыхании, не замечаешь вообще. Быстренько все и комфортно. Вот мы Осовины проехали и спуск, затяжной спуск к селу Юркино. Посмотрите, какой великолепный вид открывается сверху. Вот здесь дорога тоже ужасная была. Помните, как мы пробирались здесь с вами, наблюдая за ремонтом этой дороги. Ну и сейчас вот что получилось, то получилось. До центра села дотянули дорогу. Здесь, где останавливается, вот слева остановка, здесь конечная общественного транспорта, общественного маршрута автобуса. Но дальше вот со срезанным асфальтом крошкой уложили и укатали, тоже неплохо.
легкий штормец такой на Азовском море. Ну, Азовское море, оно мелкое само по себе, так что здесь больших волн не бывает. А мы тем временем перескакиваем на другой конец города-героя Керчи и двигаемся с вами в сторону поселка Героевская или Ильтиген. Кому как больше нравится, так и называет. Сейчас мы вот непосредственно на выезде из города. Ну и скажу сразу, тоже хочу проинспектировать здесь дорогу, которую ремонтировал ВАД тоже в конце прошлого года. И вот проезжая, заметил, что идет ремонт улицы Красная Горка. Это вот до кольца, где дорога вот до этого, вернее, не до этого, дальше едем. Сейчас вот начнется, видите, знаки желтые временные установлены. Здесь тоже уложено все дорожной плитой. Ну, не самая плохая дорога, но вот сами понимаете, вот на стыках тоже не очень комфортно. И вот, видимо, строители, дорожные рабочие сделали здесь реверсное движение. Одна сторона дороги уже заасфальтирована, по ней пустили транспорт. А другую, вот как мы видим, уже гудронатор поливает битумом, готовится к укладке асфальта. Вот стоит асфальтоукладчик, катки. Пока сделали небольшой участок, но, как говорится, лиха беда начала. До кольца, вот кольцо, в левую сторону дорога улица Танковая, это дорога к заводу Заливка проходной и на горпляж. Мы берем с вами чуть правее, это дорога в Челединово и поселок Героевское, куда мы, собственно, с вами и направляемся. 6 с небольшим километров, великолепные дороги. То же самое, посмотрите, такая же великолепная дорога, как и до Юркина. Здесь тоже вот укладывали асфальт на дорожные плиты, но если плиты были разрушены, их снимали, выбирали корыто, подсыпали щебень, уплотняли, потом выравнивающим слоем закатывали и уже сверху полностью финишный слой. И вот что получилось. Разметочка, все здесь целое. Вот сейчас мы проезжаем, прямо дорога пошла в Челединово, мы налево поворачиваем в Героевское. С левой стороны, дорогие друзья, как раз вот укладывали ПНД трубу, тоже газовую, и вот здесь очень и очень знаковое событие, газ пришел, ну, может быть, не в каждый дом, а вот к началу поселка Героевское точно. Вот посмотрите, уже и дорожку здесь подводят и сделали распределительную газовую подстанцию. То есть магистральная труба уже проложена, вот видите, она выходит из земли, а вторая вот это как раз разводка уже в частный сектор пойдет, пока еще нет. Но я думаю, что скоро поведут. Вот сколько это будет стоить, это другой уже вопрос для физических лиц. Кто знает, кто в теме, вот в поселке Героевское будут когда проводить, напишите, будет интересно. Но это вот давление газовой трубы, охранная зона по 2 метра с каждой стороны. Работы не производить, а если будут производить, то только по согласованию с газовыми службами. Ну вот, доезжаем мы до площадки, когда летом здесь вот машину просто негде поставить. Тут великолепный тоже хороший пляж, часто дельфины сюда приплывают, посещают. Ну, а мы разворачиваемся с вами и выезжаем из Героевского. Обещают сюда уже и воду протянуть. Ну, может, уже протянули. Ну, вот газ уже к окраинам поселка подошел. А я на этом заканчиваю, дорогие друзья. Поздравляю еще раз вас с Днем космонавтики. Всего вам хорошего и до новых встреч.